развернул плакатик. А вы не толкайтесь, пожалуйста. Я из профсоюза журналистов. Игорь, скажи пару слов. Представьтесь, пожалуйста, и назовите причину задержания. Обвинение сегодня запросили просто какие-то сумасшедшие 6 лет реального срока за ее статью, и поэтому сегодня люди здесь собрались, но не могут выразить свое мнение, потому что их просто сразу крутят, запихивают в автозак, даже до того, как они успевают развернуть плакаты. Потому что нельзя не выйти. Сейчас решается наша с вами гражданская судьба. Ну, дальше ждет социальная деградация, вот то, что дальше закручивание гаек. Ну, пока люди не будут все-таки выражать свое недовольство, ну, я не знаю, до какой степени. Вот образец есть Северная Корея, вряд ли туда кто-то хочет. Дело все в том, что из-за коронавируса сейчас людей мало, кто выходит на протесты, и, скорее всего, ситуация уже будет другая.